Вот наши отводочки потихонечку растут. С одной рамочки. Раз, два, три. На четвертой рамочке уже. Ну, я их не буду подсиливать. Как они есть, так они будут. Маточка сеет. У нас сегодня ветер. Ветер, ветерок. Дождик был ночью. Небольшой, правда, но был. Сейчас вроде солнышко. Тучки исчезли. Вот они-то ужинницы наши. Самые крайние отводки. Здесь поменьше пчелки. Ах, она у нас желтенькая здесь пчелка. Это с Бакфаста. Вон какая желтенькая. Это у нас отводочек с Бакфаста. Желтенькие. Ну, посмотрим, как они выйдут. Я думаю, корпус подтянутся. Подсиливать мы ничего не будем. Здесь тоже 3-4 рамочки, поменьше пчелки. Будет выходить, потихонечку маточки сеют, потихонечку будут расти без нашей помощи. Вот уже зататарник зацветает. Это еще пока не распустился. Ну тут чуть-чуть суетитесь. Аккуратненько. Пчелочка. Ветреная погодка. Опа. Вот отец по целью посеял, поливает ее, брызгает каждый вечер. Вот она уже сходить начинает. Что у нас здесь? Это у нас доданчики, да? Ну, потихонечку тоже силу наберут. Потихонечку наберут.
есть какие посильнее, какие послабее. Чё, мальчики молодые, должны разобраться. Не трогай, не трогай. Не ехать на работу. Не хочется, чтобы ужалили.